маленькие зрители чувствуют себя уютно. Небольшой зрительный зал окрашен в мягкий красноватый цвет. Сцена совсем низкая, чтобы было хорошо видно, что на ней происходит. 70 лет назад, 3 февраля 1940 года, родился Владимир Штейн, замечательный режиссер, ученик Сергея Образцова, создатель и руководитель Московского театра детской книги «Волшебная лампа». «Был в России в 30-е годы, — рассказывал он, — театр детской книги, призванный бороться с неграмотностью. Но, как оказалось, в наши дни, когда все умеют читать, существование подобного театра не менее актуально. Волшебная лампа возвращает ребенка к книге в яркой, увлекательной форме».